красота, друзья, сиюминутно. Еще, может быть, там полминутки и все. И не увидим мы того, что видим сейчас. Это небо. Не то, что там вода какая-то, нет. Меняется картинка, но буквально каждые 20 секунд. И мы еще так вперед немножко проходим. И тут тоже из-за этого немножко меняется. That's a pretty special one. Wow. I come here every day. Да. Там стоял мужик с камерой, снимал и говорит, я ей покажу. Она не поверит, такое бывает. Я ей покажу, она не поверит. И так все, руками махал нас, призывал свидетеля. Тут Светлана увидела целую картину на облаках. Ну расскажи, что ты видишь, Свет, ну как, быть. Вот идет сначала вода, это море, через так. Самый ближний фронт. Потом вот такие лужицы, потом там дома стоят. Видишь, там типа церкви что-то с куполом. И над ними облака, типа где-то дымок. Так. Деревья, а дальше снова вода, лодки стоят, и видишь там лодки? Светочка, стоят? Может быть это мираж? Может быть это мираж, но мы не в пустыне, моя дорогая. Нет. Но фантастика вообще же такое бывает просто. Ты посмотри, да. Это очень важно. Ты сними хорошо это. Мы здесь не первый год, не первый день гуляем, но чтобы вот так с исключительным, так сказать, цинизмом. Ну, вот вот такое. Это тут вообще все потрясающе. Это же а посмотри, вот это вот красное на фоне серого. Да. Это просто цвета. Вот там картина, но я не могу от нее глаз оторвать. Это именно картина. Полотно. Посмотри, там горы вот справа. Справа горы идут отвесные. Вот прям видно, что на идет Аризону вода. Похоже. На Аризону. Вода, потом кустики какие-то, потом немножко выше. Потом идет отвесное плато, потом снова травка. Потом еще выше. И дальше уже деревья. А вот здесь же пошел поселок какой-то. С дымком вот таким вот курящимся над домами. Понимаешь? Может быть, деревья. Мы сейчас на Луне с тобой? Ну, я уж не знаю, где мы, но это фантастика просто. Это просто атас вообще.
И меня, смотри, оно пошло, потянуло все и разбило. Движется, да, я вижу.